Вот так выглядит центр города. Да, мне тоже так кажется. Надо шапочку надо снять. Рестораны пустые. В самом центре есть люди, в масках ходят, движуха есть. Нам куда? Ну пошли. Вот такие байки, можно карточкой оплатил и поехал, и бросил где угодно. Лиза, держи дистанцию от всех, 2 метра. Аптеки, все работает. У него рюкзачок нехилый. Народ обувь покупает. Все работает, все открыто. Спортивный магазин. Еще один спортивный. Людей валом. Подальше дистанцию держи. Ты на табличку повесить 3 метра. Юсик спит. Народ шопится, все скупает. Вдруг все закроют на карантин. Появились, держите 2 метра. Поняли? Такие красивые тут трамвайчики. Вот это всем знаменитый Т-Централен. Все встречаются, общаются. Но сегодня что-то тут маловато людей. Это самый-самый центр Стокгольма. Брехливый магазин. Покажу вам. Уже 15 лет у них тут скидки 70%. Они закрываются якобы. Называется Ur and Pen. Уже 15 лет закрываются они все. Чувака стоят, продают наркоту. Вон, который в куртке ходит, походу, наркодилер. Вообще всем знаменитое место наркоторговцев. Девушка, вы что, загораете? Тут что-то многовато людей.
светофор включился, надо нажать кнопочку, но никто не рискует нажимать на нее. Иди нажми на кнопочку. Вот такие вот кнопочки. Нажимаешь, отключается красный машина. Чувачок решил жизнь покончить самоубийством. Самый дорогой магазин НКО называется. Спортивные шведы, все на велосипедиках. Вирус не возьмет никакой. Прислонил банковскую карточку и поехал. Сакура уже отцвела. Это все большой дом, это парковочный дом. Вот это все туда аж дальше, ничего себе. Это парковочка. Вот так в воскресенье выглядит ресторан. Все пусто. Здесь был базар. Продавали кучу всего. Думаешь?